Всем привет! Вы на канале Про Хакинтош. В этом видео мы рассмотрим вопрос создания загрузочной флешки macOS Mojave из-под Windows, то есть образ плюс кловер, с последующей настройкой файла config please. Все, что нужно для того, чтобы создать флешку, оставлю в описании к ролику. Итак, приступим. Первое, что мы делаем, это мы форматируем нашу флешку. После форматирования флешки открываем Boot Disk Utility от имени администратора. Видим нашу флешку. Нажимаем опции Configuration. Жмем Local, так как кловер мы скачали. Жмем OK. Жмем формат. Соглашаемся. Жмем отмена. Устанавливается кловер на нашу флешку. Мы видим два раздела. Это кловер и пустое место. Выделяем пустое место. Нажимаем Restore. Выбираем образ. Нажимаем открыть. И соглашаемся. Записывается образ операционной системы macOS Mojave 10.14 на нашу флешку. При создании флешки в macOS сначала записывается образ, потом кловер, а в Windows немножко наоборот. Сначала записывается кловер, потом образ. Как только образ запишется на флешку,